Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию ПМТА. Играем всегда на CCD Planet сервер номер 2, и, конечно же, эта рубрика «Повтори за мной». Это значит, что сегодня я проведу очень много времени в одной и той же локации на протяжении 3 раз, потому что сегодня будет 3 вызова, которые я собираюсь выполнить. И знаете, сегодня необычный выпуск, потому что, как минимум, первый вызов я буду выполнять на мотоцикле, а это, если я не ошибаюсь, случалось только лишь один раз или 2 раза я выполнял вызовы на мотоцикле. Ну, он такой разминочный, поэтому, друзья, все правила я проговорю, наверное, во время выпуска, чтобы сейчас не задерживать, потому что многие и так, в принципе, знают, в чем заключается суть этой рубрики. Поэтому я предлагаю посмотреть первый вызов, который прислал Павлик, и, в общем-то, разминка. Не тренировался, как обычно. Давайте посмотрим и будем приступать. Nothing can stop me, а я долбоёб. Я долбоёб. Я долбоёб. Я долбоёб. Я долбоёб. Итак, собственно говоря, если я все правильно понимаю, вообще сначала было сложно понять, в какой именно это локации все происходит, потому что как бы выключен худ, на карте ничего не отмечено, поэтому я, в общем-то, своим детективным чутьем выяснил, что это находится здесь. Мотопаркур, поэтому вроде бы ничего сложного, но... Ага, понял. А, не, подождите, не подождите. Понял. Реально, это вроде как это самое. Вроде как это самое не так уж, что прямо и сложно. А, значит, 4 степени выполнения. Я считаю, что это, конечно, разминка, хотя, с другой стороны, кто знает... Так, первое действие выполнено. Прикинь, сейчас с первого раза... Ну, я мог с первого раза, кстати, выполнить, получается. Так, ну-ка, и здесь просто-напросто... А все уже. Надо было раньше думать, как здесь прыгнуть. Уже не считается. Нужно, чтобы это было единое действие. Значит, есть. Не выполнил. То есть я вот посмотрел вызов, вроде все запомнил, вроде все хорошо, но, блядь, вообще не выполнил. Ну, то есть, типа, вообще ничего не смог. А вторая степень — это выполнение. Ой! Полшишки, то есть наполовину что-то как-то например, вот сейчас можно засчитать уже полшишки. Ну ладно, это на самом деле, тут будет сложно засчитать как-то полшишки. Это вот, ну не хватило что-то как-то чуть-чуть. А третья степень — это выполнение, то есть выполнил реально все как в видосе. И четвертая степень — это перевыполнение, либо же она же полторашка, это когда я сделал какое-то дополнительное... Блять, что-то мне кажется, что Хаябуса, можно я как бы сейчас, вроде это будет считаться как бы за тренировку, но я не понимаю, каким мне местом надо пёзнуться, чтобы мотоцикл, то есть мне надо вообще на дыбах, что ли, ехать? Мне нужно, чтобы мотоцикл просто поднялся, как бы, ну, подлетел. Ну, смотрите, уже хорошо, что я не с первого раза выполняю. Кажется, вообще просто пиздец, то есть я и взял специально для разминки, чтобы вспомнить как-то мотоцикл, потому что, ну, он реально... практически никогда не участвует выполни за мной, хотел сказать, повтори за мной, вот, и поэтому как бы, ну, почему бы и нет. Но тут на самом деле все оказалось... Блять, да как мне так пиздануться-то над колесом? Как-то Хаябуса не подходит, надо было брать этот ижак и на нем, короче, пробовать все это выполнить, просто у меня не было его. Поэтому я подумал, мотоцикл, он и есть мотоцикл, как бы, блять, а как... Так, вот сейчас уже, вот, то есть это нужно какую-то границу соблюсти... Но, ребят, это все разминка. Если вы думаете, что следующие 2 вызова будут что-то типа подобного... Ну, второй... Не, я не буду загадывать, потому что, честно говоря... Слушайте, ну зато я более эффектно сюда залетаю. То есть это как бы на скорости происходит. А как, блядь, мне сейчас это... Сука, передним колесом надо как граблями, блядь, цепануться и как-то удержаться. Надо прям вот реально на дыбах ехать. Причем скорости не хватает. Я не знаю, что происходит. Почему-то мне не хватает скорости. Так, ну-ка. Опа! Так, хорошо, сюда залетел, и теперь просто вот максимум скорости, ну-ка. Блять, он днищем, он просто мотором пёздохается, блять, и все. И ничего не происходит. Как это реально сделать-то? Может, просто на дыбах реально ехать? Пиздец. Вот этого я не ожидал такого облома, если честно, потому что как бы все вроде бы намекает на то, что я должен... Так, сейчас. Первое вообще как бы no problem, сэр, как говорится. No problem, сэр, реально. А вот второе... Блять, не под углом. Я не понимаю, как реально. Может, на Хаябусе это невозможно? Прикиньте, я сейчас реально не смогу. Вроде бы, чё? А если я просто пизда... Ага, он просто... Я просто должен попробовать несколько вариантов. Если я не прочувствую всю систему, то, соответственно, я и не выполню этот вызов. А если скорость поменьше? Такое. Он просто соскакивает. Он просто соскакивает. Я не понимаю, серьезно. А как можно по-другому, если... По-моему, я сейчас поеду за ежом или за, блядь, не знаю, каким-то кроссовым мотоциклом. О, пацаны, это уже было, это уже скейтбордистская хуйня пошла, кстати. Я не знаю, как это правильно, приемчик называется, но что-то, блядь, на уровне Тони Хоука, блядь, андеграунд. Так,
Привет. Нет, я тогда не смогу выполнить вызов. Нужно, чтобы я на мотике был один. Так, все. Он понял все. Спасибо ему за понимание, потому что реально, если как бы будет сидеть пассажир, я как бы, ну, не смогу реально запрыгнуть, никак мне же нужно как-то вперед-назад наклоняться. А вдруг на самом деле это мне помогло бы? Ну, это было бы, наверное, уже... Блять, вот, ну, сейчас-то, ну, уже было, ну, рядышком же, ну. Вот, блять, как вот... Это, понимаете, нужна такая грань? То есть я должен и не колесом, и не моторчиком пиздануться, а как-то вот... Бля, перебор, нет? Блядь, на краю. Я стою на краю, не могу поднять ногу. Так, ну-ка, сейчас все будет. Сейчас все будет, ребят, я не должен сдаваться. Казалось бы, мотоцикл пизже. Как бы все условия как бы есть для того, чтобы сделать все красиво, но, блядь, что-то идет не по плану. Блядь, я не понимаю реально, каким местом я должен пёзнуться, чтобы я... подлетел, блядь, туда и залетел. Вроде бы, ну реально, мне казалось, это просто... Мне казалось, сложнее будет вот так вот запрыгнуть, нежели... Короче, нужен реально что-то типа Санчеса, либо Ижака. Может, на скутере, блядь, попробовать, я не знаю. Это будет перевыполнение, нет? Да блядь! У него реально, видимо, база какая-то другая или что? Как это вот, ну, назвать этот момент? Я не понимаю. Что-то вот мне мешает. Блядь, ну это нереально. Пацаны, мне кажется, на скутере будет реально проще это сделать. У меня, как бы, понимаете, вариантов особо нет. То есть у меня есть Хаябуса, которая здесь не особо подходит. Есть, как бы, вот это вот Пицца Бой, которая, возможно, сейчас меня спасет, но это не точно. А-а-а-7-7-7-7-47. Бля, это пиздец какой-то. Пацаны, перевыполнение можно считать на скутере? Ну, вот сейчас мне, кстати, будет реально сложно, потому что мне нужно брать разгон большой здесь. Пиздец. Я никогда не подумал бы, что я буду... Бля, как ему хуёво-то. Он вообще на заднем просто катается, это нормально? Я вообще нихуя не понимаю. Так, ну-ка. Бля, подожди. Он на дыбы, бля, это настройка, что ли, какая-то, бля, я не понимаю. Это нереально. Оно просто, он настолько, блядь, настолько хуёво едет, еще и постоянно на заднем, что, честно говоря, мне это... Это пиздец. Вот прикиньте, я сейчас не выполню просто из-за того, что у меня нет ижака. Просто из-за этого я просто сейчас, у меня реально будет невыполнение. Вот я жму стрелочку вперед. Блять, я не могу разогнаться, это пиздец, блять! Это пиздец. Заебись, Пицца Бой. Так, а у меня больше-то ничего такого и нет, правильно я понимаю? Ну, конечно, что у меня тут, коллекция мотоциклов, что ли? Охренительно просто. Привет, привет. Так, сейчас, пацаны. Ой-ой-ой, не управляется. Так. Сука, ну, на самом деле, можно, блядь, это реально, пацаны, если я сейчас вот, мне просто даже интересно залететь наверх, моя задача просто сейчас залететь наверх, да, блядь, он на дыбы встает, сучка. Блядь, да залети ты уже на эту хуйню, он просто даже не рикошетит, потому что скорости нет, здесь, видите, неровная местность, я как бы, может быть, вот так вот сейчас чуть-чуть, извиняюсь, подвину М5, потому что, блядь, что он на дыбы встает-то, я не понимаю, а? Пиздец, это пиздец. Просто, блядь, балерина на заднем колесе называется. Так, вот, беру оптимальный разгон. Ага, оптимальный разгон, блядь, я беру. Короче, ладно, ну что я могу поделать? Ну нет у меня нужного транспорта. Значит, я убираю Пицца Боя. Достаю еще раз Хаябусу, которая упала уже вот сюда вот. Я ее вот так вот завожу и буду пробовать на ней. Как бы первое действие у меня получается, второе нет. И полшишки я как бы не могу себе позволить засчитать за такой как бы простецкий трюк. Потому что, ну, это перебор уже будет. Ну и что, блядь, залетел на крышу, все уже. Это уже, ну, это как бы несерьезно. Я думаю, что это не выполнение. Он заебал. Он реально заебал уже меня. Реально свои Хаябусы, блядь. Просто, блядь. Что за хуйня, я не понимаю. На заднее колесо встань просто, вот на заднее, и пизданись им. Да, блядь, чё? Сильнее никак? Сильней! Ну нету Санчеса, ну нет, Санчес же, я так понимаю, и же это Санчес. Ну или, по крайней мере, что-то такое высокое. Хаябуса-то это у нас Энерджи, блядь. Энерджи, блядь, он низенький. Да, согласен, низенький такой. Блядь, какой еще можно придумать способ? Реально, мне, я сам себе усугубил просто ситуацию, и теперь... Ебучий бортик, а? Он заебал, реально, с этим уже, с этой хуйней. Вот реально, просто заебал, блядь. Я не знаю, что делать. Друзья, я просто не выполню разминочный вызов вот сейчас. Это будет вообще пиздец, конечно, кадр. Просто, блядь. Хуякс, нахуй. Ну красиво же залетел. А какой еще способ есть? Я не знаю, может мне как-то выехать вот на... Ага, и чё? И чё, что я выйду?
Хоть в Сочи, блядь, уеду, похую вообще здесь. Если не получается, то оно и не получится, блядь. И все, блядь, встал, блядь, встал, блядь. Вот так, блядь, стоп, нахуй. Просто. Ничего не помогает. Так. Я просто даже не понимаю, реально, что тут можно, я не знаю, поставить машину. Какую машину, блядь, ты поставишь здесь? Заебись. Просто чисто на заднем попробовать, вообще жестко под углом, так у меня скорости не хватит тогда. Типа вот так вот, и чё? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не, боком я точно не улечу никуда. Не, я могу, конечно, придумать какой-нибудь лайфхак, блядь, поставить сейчас машину, хотя бы, знаете, на полшишки, чтобы это уже было засчитано. Я уже просто, вот просто, блядь, мне даже интересно, секунду, вот смотрите, поможет это или нет, я хер знает. Беру самую низкую машину, которая у меня есть, это, наверное, Уракан все-таки, Агера. Так, беру Уракан. Пиздец, что только не придумаешь, чтобы выполнить вызов. Это уже какие-то побочные, блядь, средства. Ставлю его сюда. Глушу Уракан. Ой, блядь! Так, еще раз. Беру Уракан. Ставлю его сюда. Вот так вот, да, допустим. Просто мне, блядь, интересно, поможет это или нет. Поставил. И теперь просто попыточка, блядь, попыточка. Просто вот тренировочка, так скажем. Ну-ка. Бля, это пиздец уже. Это уже, блядь, называется... Что не сделаешь, чтобы помочь самому себе... Ну, знаете, на самом деле, я скажу так, что, по-моему, шансы лучше сейчас, шансы больше. Шансы больше, потому что хоть как-то что-то там происходит. Залетаю сюда, хуякс, блядь, теперь беру разгон, стоит Ураканчик, блядь. Ураканчик стоит, смотрит на меня, я смотрю на него, искра, буря и пизда, блядь. Я не знаю, друзья, как бы, я сейчас пытался, знаете, помочь себе, чтобы сделать на полшишки, но, по-моему, вариант только один. Без ежа не выловишь и рыбку, блядь, из пруда, как говорится. Поэтому здесь хоть я буду, блядь, Уракан ставить, хоть, блядь, еще какой-нибудь гиперкар. Фух. Так, все, последний раз пробую. Если что, значит, это разминочный пиздец. Разминочный фейл. Ну, понятно. Короче, похуй на Уракан вообще совершенно здесь. То есть вообще похую вообще. То есть причем... Да не, пере... Ну, хорошо, а если я не буду вообще ну и что, я просто пизданусь? Угу. Сейчас еще последняя попытка. Я попробую, знаете что? Я попробую вообще не сильно привстать. Вот, блядь, вот прям чуть-чуть совсем. Хотя я думаю, что это никак не повлияет. Залетел. Раз. Теперь смотрите, просто почти на прямых колесах. Вот смотрите, вот просто вот ускоряюсь и... Ну, это был рикошет от Уракана, бля, я никогда бы не подумал. Я посмотрел этот вызов, думаю, ну, блин, для разминки реально прикольно. Вспомним мотик, сейчас с первого раза выполню, перейдем дальше. Ага, с первого раза выполню, да? С первого раза, да, практически, блядь, ничего не скажешь. Теперь Уракан мне мешает. Так, ну-ка, я вот здесь буду прыгать. Это пиздец, просто запороть такой вызов, это охуеть можно. Да вообще похуй, чуть-чуть отрываюсь я, не чуть-чуть, я не понимаю, он просто не хочет рикошетить. Тут слишком жесткая стенка. Просто пиздец. Так, ну-ка. Последняя попытка, пацаны. Моторным щитом! На нахуй! И все, блядь! Остановись, блядь! Так. Так, так, так. На машине уже можно залететь сюда, смотрите. Я, то есть, как бы нихуя не сделал вообще в этом. Короче, все! Переходим к дрифту. Да, сейчас будет дрифт, его тоже давно не было. Наконец-то. Итак, друзья, я нахожусь на месте выполнения второго вызова. Весьма интересный сейчас дрифт меня ожидает на полном приводе, поэтому как раз-таки я решил вспомнить про легенду. Давненько она в вызовах, по крайней мере, не участвовала. Давайте посмотрим. Вызов прислал Жорик Белкания, и, собственно, попробуем повторить. Если апельсин похож на банан, то я иду нах, иду нах. Если осел похож на змею, то я не удав, не удав. Если апельсин похож на банан, то я иду нах, иду нах. Если осел похож на змею, то я не удав, не удав. Собственно говоря, пробуем. Мне нужно сделать что-то типа восьмерки, как раз таки полноприводная тачка. Бля, я очень давно не дрифтил. Так, значит, я делаю перекладку сюда. Делаю перекладку сюда. Бля, подождите, просто не особо адекватная настройка у этого автомобиля, поэтому как бы это будет сложно, но полноприводная, самое главное, потому что, ну, видно там на видосе, что супра полноприводная, а не заднеприводная. Так, надо быть более аккуратным в этих движениях. Итак, я беру разгон, значит, перекладка сюда пошел. Так, потом сюда. Ага, понял. Нет, на заднем приводе, мне кажется, я бы это, кстати, даже... Я не знаю, можно ли это будет считать перевыполнением, но сейчас я попробую сделать все как в вызове, то бишь на полном приводе. Если у меня это не получится, то уже, соответственно, я буду пробовать на заднем. Итак,
Беру разгон. Перекладка сюда. Бля, как это грязно выглядит. Просто, чтобы вы понимали, это первая вообще настройка, которая у меня появилась, когда я начал играть на CCD Planet. Ей 100 лет, и... Блять, пиздец какой-то. Вы даже не представляете, какие аккуратные движения я делаю. На траву можно, потому что там в видосе, собственно, так и было. Ну-ка, продолжить как-то это можно, просто там на этом все зак... А, тут не продолжить уже никак. Ребят, ну, в принципе, это я выполнил, что я могу сказать. Ну, по-моему, вообще все было точно так же. Только это было на уебанской настройке и на жиге. На ебаной жиге, которая просто еле, блять, не то что едет, а еле дышит, мне кажется, уже. Ну... Я выполнил. Я просто не вижу смысла даже здесь сейчас задерживаться, потому что, по-моему, это, ну, реально выполнение. Точь-в-точь я прошел самое главное, вот то вот движение. И как бы больше я даже не знаю, что здесь еще можно такое выдумать. Так, ага, все. Вот, чтобы вы понимали, она вот такая вот настройка. То есть она вся вот такая вот. И что меня не перекрутило где-то, я не знаю. Это фантастика, блядь, сейчас. Поэтому, в принципе, можно посчитать за перевыполнение, но я не буду так как бы уж замахиваться. Мне кажется, это просто было выполнение. Причем, кстати, я здесь... колесом не вот так вот не сделал. Так что, друзья, напишите в комментариях, как вы считаете. Учитывая, что это была жига ебаная на настройке, которая, ну, не совсем уж так прям подход. Вы видите, что происходит? То есть это что, вот как бы пиздец, реально. И как бы, вот, может быть действительно за перевыполнение? Учитывая, что еще с третьей попытки, по-моему, или с четвертой, я это сейчас быстренько так преодолел. Я аж прям даже это самое, немножко удивлен. Так что, друзья, напишите в комментариях. Либо выполнение, либо перевыполнение. А мы переходим к самому... зрелищному вызову. Не сказать, что сложному, но я думаю, что сейчас у меня уйдет много нервных клеток. Хотя, возможно, я заблуждаюсь. Меня выкинули из жиги. Я понял. Итак, друзья, мы находимся на месте выполнения следующего вызова, финального на сегодняшний день. Его прислал Егор Рейтер. Он, кстати, не в первый раз, я прям помню, не первый раз он скидывает какой-то вызов. Он даже к предыдущему выпуску скинул 3 вызова. Я выбрал, как мне кажется, самый зрелищный. Там есть прям вообще impossible. Возможно, Егор, я прекрасно видел твои вызовы. Я, возможно, в следующей серии как раз возьму. Там просто, блядь, мне кажется, это такой рандом. Ну, хрен знает, здесь реально интересно должно получиться. Итак, давайте посмотрим и будем пробовать выполнять на SL65, фирменная тачка для выполнения вызовов, которая уже существует очень долго, и она как раз-таки здесь будет в тему. Это забор, а это вода. Попробуй повтори меня. Так, все, пацанам сказал, что мне нужно вот этот прямик, они все поняли, спасибо за понимание, чтобы как бы вот здесь вот участочек, так скажем, был для разгона. Короче, я не знаю, там скорость что-то типа в районе 220, но вы понимаете, да, насколько маловероятно, что сейчас я без того, ну, без падения в воду это все сделаю, как бы, давайте просто будь как будет. Первая попытка, SL65 не подведи. Итак, я не знаю, может быть, я слишком дохуя быстро. Блять, я даже об этом не мог подумать, что я смогу перепрыгнуть, как бы, я вообще без какой-либо мысли на это, то есть я типа думаю, в любом случае я должен пиздануться об забор, просто либо я не долечу, либо что-то пойдет не по плану. Так, ну с первого раза, когда я последний раз вообще выполнял что-то с первого раза, вот мне, честно говоря, безумно интересно... узнать. По-моему, когда-то это было. Даже, по-моему, был выпуск, который я выполнил чуть ли не с первого раза каждый из вызовов, который там был. Но не судьба. Хорошо, хоть здесь можно забраться обратно без проблем. Итак, берем снова SL. Ага. Ага, так, все. Заново в него присаживаемся и... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, значит, скорость, по-моему, перебор, да? Перебор. Скорость. Хотя хер знает, блядь. Ну, не знаю, если я медленнее поеду, что будет? Блядь, ну, хорошо. Хорошо, у меня, возможно, есть шанс залететь как бы туда напрямую, без, без повреждения забора. Я что-то даже не увидел этот бугорок. А что мне сделать для того, чтобы машина у меня пизданулась об этот забор? Не, конечно, с другой стороны, залететь просто вот так вот, это невозможно, потому что скорость ебическая, я не смогу оттормозиться там просто-напросто. Как бы это реально факт. Поэтому я хер знает реально, как поступить. Это реально сложно, и как бы типа... Блин. Ну-ка, я пересмотрю, друзья. Что-то я немножко сейчас в замешательстве нахожусь, потому что я ничего не понял. Ну-ка, я пересмотрю, реально. Ребят, я вообще ничего не понял. Там скорость приличная. Ну-ка, подождите, вот я просто померяю. Значит, если я вот так вот прыгаю... А нахуй я сломал его? Блять.
А он когда восстановится? А, он уже восстановился. Нихуя себе, быстрый... Какое быстрое заживление. Так, у меня есть предположение, может быть, как это можно... Да блять! Чё за хуйня? Как мне заставить машину прижиматься, блять? В момент прыжка, если там прыжу... А там, может быть, есть где-то место, где нет бугорка? Я вообще нихуя не понимаю. Как мне... Как это возможно? Стоп, машина должна быть... А, если она будет... Так а какая разница, будет она низкой или не низкой? Бля, чё мне сегодня? Я специально взял вызовы, чтобы обосраться, что ли? Я не понимаю. Так. Ебучий бугорок. Реально он здесь везде. Смотрите, вот он идет. То есть, блин, как мне заставить машину не подпрыгнуть на этом ебучем бугорке? Чё так сложно-то, блядь, я не понимаю. Как это сделать? Как это сделать-то, блядь? Не, без шуток, как это сделать? Так. Скорость, скорость. Блядь, это пиздец. У меня реально мозг сейчас не может понять, как это сделать-то, если там трамплин ебучий. Блядь, ну это пиздец реально какой-то. Это реально какой-то пиздец. Я сейчас реально не могу понять, как, блядь, мне заставить машину. Если там она низкая, с обвесами, ну и что? И что мне это дает-то? Наоборот, она должна быть тогда больше, потому что если я подлетаю, один хрен я должен задеть забор. Если я не буду задевать забор, я могу, конечно, рассчитать сейчас скорость и попасть на эту платформу. Но, блядь, я же не удержусь там после такого полета. Потому что скорость-то там приличная. Это невозможно просто сделать, реально. Так. Я не знаю, что мне пробовать. Так, а если я флипнусь в этот момент, я не знаю, в момент прыжка, что будет от этого? Подожди-ка. Может мне флипануться надо? Ну, правда, это я на видосе этого не разглядел. Ну, подождите, это уже моя тактика, как бы. Я не думаю, что это прям запрещено было бы. Смотрите-ка, если я разберу разгон... Нихуя не понимаю вообще, если честно. Я беру разгон, нажимаю на флип во время прыжка, тачка ставится прямо. И чё? Бьется об забор, а дальше что будет? Нихуя не будет. Бля, чё? Я не понимаю, как мне сделать так, чтобы машина не подлетела, блядь, реально. Да, я, если честно, даже этот бугорок не увидел в вызове. Я думаю, ну хорошо, там стоит забор, в который мне нужно разогнаться. Так разогнаться, чтобы рассчитать, что машина подлетела и улетела, как бы... А здесь, блядь, я просто перелетаю этот забор. Я не понимаю, блядь, реально этого. Я вообще не понимаю. Можно, конечно, взять просто по приколу другую тачку, типа, я не знаю, давайте вот просто ради интереса Carrera 4S. Что будет на ней? Просто вот пробуем на ней. Просто вот она, допустим, более низкая, не знаю, блядь, еще что-нибудь. Как бы, ну вот, я беру разгон. Сейчас, аккуратненько, так, ага. Беру разгон и... Блядь! Не, конечно, с другой стороны. Я не знаю, это было бы сейчас что? Перевыполнение или полшишки? Потому что я сделал не... Ну, я сделал по другой методике. Залетел туда бы. Залетел бы, если бы не стал выебываться и ждать чуда, что машина сама встанет на колеса. Надо было нажать флип, и она бы удержалась там. Но я думал, сейчас она перевернется, и это оказалось слишком поздно. Блин, а если я таким образом... Причем мне сейчас реально повезло. Я ударился об угол крышей и как бы просто скорость сбил. То есть это сейчас вот реально шанс 1 на 1 000 000. Мне там ставят автобусы, чтобы я не перелетел, видимо. Так, хорошо, стоп. Carrera прямо сейчас меня порадовала. Только мне, опять же, как бы еще что на мне... Как бы... И что дальше? Бля! Это уже вспомогательные средства. Я назову это так, потому что автобус не выдержал все равно. Так, хорошо, сейчас я... В первый раз получилось так, что я пизданулся об забор. Я не знаю, блядь, от чего это зависит. Почему Mercedes, блядь, этого не делал, а Porsche решил это здесь сделать. Ребят, мы должны же до конца довести, правильно, начатое. Как бы уже своим способом я чуть-чуть было не выполнил. Но это чуть было, а надо, чтобы выполнил. Поэтому, или перевыполнил. Но я не знаю, как здесь считать вообще, что и как. Это пиздец. Это пиздец, реально, вызов такой, бля, нормальный. Еще и каждый раз плавать. Это прям хорошо. Так, ну-ка. Опа. Так. О, там пацаны лодки ставят. Специально ограждение. Ну, блин, на самом деле это уже будет такое, знаете, это уже изначально будет пол шишки, потому что... Не очень понял прикол. Ну, ладно.
Возможно, это было случайно. Я просто сейчас боюсь, что там будут стоять автобусы, которые меня и так вроде как не удерживают, но вдруг я их задену, это уже будет как бы полшишки, реально. Бля. Ну это пиздец. Это пиздец, реально. Все начали пробовать, потому что реально, мне кажется, всем интересно вообще, что можно, чего можно добиться, с какой попытки и что вообще, почему. Никто не сбивает этот забор. Никто его не сбивает. Все летят, реально вот прыгают на бугорке, и я не понимаю, реально. Я не понимаю, как можно сейчас чего-то вообще как-то здесь добиться, но, допустим, Porsche мне заходит больше почему-то в этот раз, и как бы мне кажется, что есть все шансы, но это не точно, потому что пока что, ну, хорошо, получилось у меня там что-то. Скорость как бы рассчитать, чтобы там как-то, блядь, это вообще не, мне кажется, тут вообще настолько ни при чем. Я просто припарковался к ламбе. Автобус там утонул, между прочим. Блять, я не понимаю, почему вот сейчас она, например, не ударилась. Мне кажется, я быстрее сейчас реально взорвусь, блять, от гнева, потому что я, блять, не допираю. Вообще как? Как, блять? В чем смысл вообще? В чем? Как вообще это? Да как этого добиться-то, блять? Как добиться этого идеала в этом? Вот давайте я сейчас, блядь, возьму просто гелик, блять. Вот реально. В принципе, какая разница, да, какой автомобиль? Возьму гелик, блять. Вот что будет на гелике? Просто, может быть, все решится сразу, блин, я не знаю. Просто я уже не понимаю нихуя. Вообще нихуя не понимаю. Где мой гелик? Гелик мой вот. Полицейский мерен, так скажем. Так, ну-ка, заправлены, надеюсь? Заправлены. Беру кубик. Рубик. Так, опа, бля. Ну-ка, бля, тяжелая артиллерия пошла. Беру разгон, нахуй. Ну, хорошо, допустим, я бьюсь. Но я бьюсь настолько по касательной, что, честно говоря, это вообще, как бы, нахуй не сдалось, вот это вот по касательный удар такой, потому что он нифига меня не тормозит, как бы гелику становится, блядь, тут просто, я не понимаю, что мне, блядь, М4 сейчас брать, я не понимаю. Ну, типа, ну это на самом деле, да не важно, какая тачка, тут есть какая-то техника, только мы же не можем знать, с какой попытки Егор выполнил это. То есть, возможно, ему сразу повезло. Возможно, как бы, видите, я тоже когда-то пёзнулся об этот забор, как пиздохался. Когда-то мне не получается этого сделать. Я не понимаю, блядь, реально. Это какая-то пиздец. Ну, гелик, хорошо, допустим. Если заставить его уебаться сильнее. Если вот просто, блядь, там 1 литр остался, я понял, блядь. На последнем дыхании. Да в пизду, блядь, эти кубики, блядь, ебаные, реально. Нахуй, блядь, вообще он здесь дался, я не понимаю. Я вообще... Это быстрая доставка, что ли? Ого. Пацаны, а вот это, кстати, нормальная тема, блядь. Красавчик, Дед Моррис, Меморис. Бля, вообще от души. Спасибо. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, смотрите, такси. Так, ну-ка. Так, красавчик вообще. Так, ну-ка. Икса, может, блядь, я, блядь, в душе не ебу, что. Может, БМВ здесь реально нужна? Просто, блядь, Бэха должна, блядь, это сделать. Я не знаю, серьезно, пиздец. Так, X5M. Понял, блядь. Ай, блядь. Ясно. Я все понял просто. Без лишних слов. Без лишних, блядь, слов я все... Я все прекрасно понял, блядь. Что это просто, блядь, такая удача. Реально. Это настолько, блядь, вот должно вот просто не то, что там как-то совпасть, как что же. Я не понимаю, серьезно. Я сейчас буду просто каждую машину по очереди, блядь, брать и пробовать. И на какой-то у меня, возможно, получится. Реально. А почему нет? Это будет такая, знаете, такая тактика у меня будет. Ну, например, бля, почему бы не взять, например, Агеру, блядь, которая в свое время делала амплитудусы всякие. Ну а хули? Ну вот сейчас вот, может быть, она как раз здесь как амплитудус ебанет, блядь. Низкая тачка, пиздатая, быстрая, блядь. Беру разгон, не супер большой. Кстати. Это, в принципе, то, что мне нужно, только если я возьму, сука, скорость больше, она, блядь, подлетит на бугорке и все, блядь. Блядь, это просто пиздец. Это просто пиздец. Это просто пиздец какой-то. Это уже, блядь, не смешно даже, реально. Агера Р. Допустим. Допустим, все-таки она. Послужит сейчас победным. Ой, блядь. Так, хорошо, чуть быстрее. Бля, чувак, прости, пожалуйста. Я не специально это сделал, потому что я уже ни черта, блядь, не понимаю. Так, мое водное такси. Спасибо, братик, спасибо. Так.
Все, погнали, погнали, погнали. Все на борту. Бля, вообще, вот, красавчик придумал, а, полезную штуку. Так. Фух, я не знаю, что делать. Я, блядь, не допираю. Это нужно такое, блядь, баланс какой-то соблюсти. Я сейчас еще, конечно, попытаюсь, блядь, попыжусь нахуй. Но мне кажется, что это сегодня какой-то, блядь, день просто, который не задался изначально. РС-7, блядь, взять. Может, РС-ка, блядь, ебашит, и все. РС-6, блядь. Давай, покажи, блядь, нормально. Вот, а по-моему, не заправлено у меня, потому что не катать, уже уебанская новая. Ну да, нахуй она сдалась, блядь. Уебище, это С8, реально. Вот я, блядь, не могу ее прям. Возьмем РС-7. Просто, блядь. Просто пробуем. Ну, между прочим, там почему-то не было забора. Я об этом не сразу увидел, узнал и как бы... Блять, я не знаю уже, что вообще. Я все тачки, блядь, перетопил, переебал, перепердел, блядь. Все, короче, последние, давайте 3 попытки. Просто это такой рандом, пиздец. Еще на этой платформе потом удержаться. Этот забор меня уже, блядь, доконал, реально. Я просто не врубаюсь, блядь, реально. С5, кстати. Грязнулька, блядь, которая тоже помогала мне во многих вызовах. Ну-ка, она заправлена. Все, отлично. Она заправлена. Возможно, сейчас... Вот что мне нужно было, это просто... Тихо. Разгончик нужен, мне разгончик нужен. Аккуратненько. Итак! Блять, ну это пиздец. Ну вот сейчас вот, ну опять же, подлетел. И хули толку-то, блять, что я подлетел? Я взял большую скорость. Действительно, может быть, С5... Я не понимаю, какая машина окажется той самой, на которой у меня все... получится. Ай! я сделал лишний прыжок. Так. Угу. Ну-ка. Ладно, все-таки С5 дадим еще раз шанс, потому что что-то ваги сегодня тащат. Что этот самый, что Porsche, что Audi, пока, ну, как-то вот мне дали больше всяких шансов. Так, ну-ка. Блять, я заебался рассчитывать эти, сука, скорости, блять, ебучие, блять! Это просто какая-то хуетень, блядь, реально. Какая-то хуета полная, блядь. Я не понимаю, почему мне сегодня так не везет. Я не знаю, какую машину еще взять просто. Друзья, я вынужден буду сейчас уже сдаться, потому что ну, это реально пиздец. Это уже перебор. Может, М5 F90 напоследок, я уже не знаю. Просто реально уже какой-то этот самый, может быть, сейчас будет? 61 литр, все. Возможно, это то, что мне нужно. Возможно, сейчас М5 просто так, как я ее продал... Скажет мне, Санек, блядь, смотри как надо. Так, все, аккуратненько, беру разгон. Там кто-то едет, ничего страшного. Это был бы, кстати, нормальный трюк. Стоит такая аудюха здесь. И я такой хуяк об нее бьюсь. И как бы все, заебись. В общем, я предлагаю все-таки в последнюю попытку. Хотя я, в принципе, сказал, что та последняя должна быть. Но я не могу просто так все оставить. Вы знаете, я борюсь до последнего всегда. Не могу как бы это самое себе позволить сейчас. Ну, не знаю, цешку, блядь, взять, что ли, уже. И она дрифтящая, кричащая. О, бля! Ну-ка! 2-2-2, блядь! Самая топовая, блядь, тачка, существующая на планете Земля. Ну-ка! Ну-ка, бля! Ну-ка. Так, там заборчик снесли. И сейчас Субарь там стоит. Так, хорошо, я попробую уместиться как-нибудь. Бля, хуя себе, бля. Что это за хуя была сейчас? Это чё, блядь, такое? Это что, блядь, сейчас за амплитудус на минималках было, я не понимаю. Так, хорошо. 2-2-2. Заспаунил. Пробуем. Просто пробуем, реально. Нужна какая-то удачная более-менее попытка. 2-2-2. Самой пиздатой раскраской, которая только может быть. Итак, ну-ка. Блядь, слушайте, она, кстати, она не подпрыгивает. Она что-то как-то не подпрыгивает. Может, скорость побольше? И все будет топчик? Ну-ка. Так, беру разгон. Бля, я заебался, реально. Короче, я сдаюсь, ребят, реально. Ну, вы видели, сколько я попыток предпринял. Это пиздец. Я не знаю, это какой-то пиздец просто самый полнейший, потому что... То, что происходит, блядь, это что-то, блядь, с чем-то. Ну, это, блядь, невозможно, реально. Я не понимаю тактики. Я не понял, о, акула, заебись, там плывет, да? Нормально, бля. Ой. В общем, друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Сегодня я, блядь, просто я лох, блядь, по-другому и не сказать. Ой. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.